Ну, открывай, что у вас там? У нас здесь котенок, мы его нашли на мусорке. Где вы его взяли? А там еще есть на этой мусорке? Нет, котята? Там был один котенок, но его уже отдали. Кому? Три умерли. Три умерли? Да. Этот вот один? Да. Но второй был такой серо-белый. Ужас. Столкновение с человеческой жестокостью обильно. На праздник как будто все зло обостряется и протестует. Какой серо-белый? И когда? Вчера. А кто? А что это за система с мусорок сносить сюда котят? А почему люди, которые нашли себе, не взяли? Они его не взяли, они сюда принесли и все. И подбросили. Подбросили. Ты знаешь этих людей? Нет. Понятно. Ну просто тебе что покажу. Вон какой маленький малышок. Может быть, ты примешь его. Этого Масю. Кошки, я на тебя надеюсь, что ты его примешь. Прими его, пожалуйста, моя ты хорошая. Покорми малыша. Приласкай. Он совсем маленький, он умрет без тебя. Люди нападают. О, молодец, облизывай. Молодец, молодец, облизывай, моя хорошая. Облизывай. Ложись с ним в коробочку. Ложись. Господи, помоги. Кошка, я на тебя надеюсь. Я на тебя очень сильно надеюсь. Ты красивая, но должна быть еще и добрая. Я сейчас тебе его выложу на кровать, если тебе коробка не нравится. Смотри, вот он. Он умрет, если не ты. Он совсем маленький. Прими малыша маленького, пожалуйста. Давай, 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 кошка, ложись рядом. Ложись, моя хорошая. Кошка, я на тебя надеюсь. Сиськи давай, давай сиськи подставляй. Вот он, малыш. Малыш, малыш, давай, теперь ты орудуй. Ищи сиську. То ли у него уже сил нет искать сиську. Ну, пожалуйста, малышочек, найди сисечку. Кток. Ну, тебя-то она приняла, выкормила. Так, сейчас будем принудительно подкладывать. Ушла. Зачем ушла? Кошка, пожалуйста, не бросай его. Друзья, прекрасен наш союз. Ну да, в общем, вы за ним бежали, да? Да. Прошли туда, а обратно прибежали уже. Я за ним бежала, за этим. Запыхались. Ну, счастливо. Всего вам доброго, ангела-хранителя.